Хочу с вами посоветоваться, братья и сестры, мои подписчики. Кто проживает в городе Одессе, может быть, рядом. У меня появилась такая идея одна. И я долго думал, как это сделать. И тут сам Господь реально показывает мне, что нужно двигаться в этом направлении. Война остановила многие процессы, хорошие процессы, которые заставляют нас жить, заставляют нас двигаться вперед. И один из этих процессов – это творческие встречи. Это мини-концерты. Они могут быть грустные, они могут быть направлены на то, чтобы подумать, оценить. Они могут быть сопливые, скажем так, да, посидеть, поплакать. И я думал, как это сделать? На Дерибасовске, взять колонки, Аркадия, может где-то в парке. Думал сам, знаете, чтобы там... Потом думаю, скоро миротворцы. И начало вариться, и тут ко мне обратились руководство нашей парки, говорили, что отец Иоанн Горя со своим детским приютом, кто не знает, все скорбящих радостей, там прекрасный детский приют, хотят выступить в это воскресенье в 18:00. И попросили там организовать колонки, побыть немножко от дома до. И я думаю, стоп, это же как раз вот то, что, о чем я думал. И я думаю, стоп, а вот если я приглашу, допустим, то ли на сольный какой-то такую вот встречу, просто с подписчиками, да, встретиться в парке, каждый возьмет свой стульчик, соберемся вот в любом месте, попоем, подумаем, поговорим, вот сколько человек примерно сможет прийти, вот, ну, я думаю, это было бы неплохо бы сделать в воскресенье, например, да, ну, там, допустим, часов в 6 вечера, можно в 7, или в субботу, там, в 8 после службы. Ну, скорее всего, лучше было бы в воскресенье. Поэтому, пожалуйста, поставьте плюсы. Вот одесситы, кто может, допустим, и напишите, какой это день удобно и какое время. Ну, желательно, чтобы это было вечером. И мы тогда, вот, скажем так, какое количество больше всего наберет, тогда собираемся. Или это Дерибасовская, Горсад, или это Аркадия, или же это Преображенский парк, это вот первое христианское кладбище бывшее. Соберемся. То ли я могу взять, ну, попросить кого-то, скоро миротворцы, если кто-то захочет. То ли я один могу собраться. Ну, мне было просто интересно. Это может быть крутая встреча. Мы можем, под соусом песен, да, вложить какую-то интересную вещь. Потом микрофоны попередавать, о чем-то поговорить, подумать, помечтать. Поэтому, уважаемые подписчики, друзья, давайте замутим встречу, пока у нас есть время, пока еще у нас есть возможность. Жду, пожалуйста, одесситы, кто сможет. Плюсы, пожалуйста, время и место, кому где удобно. Жду очень.